Так, ребята, всем привет. Супер-мега-игра Энки, которая не запустилась практически. Она запустилась, но она вылетала практически у всех, кто ее скачивал. И столько гневных отзывов о том, что игра просто-напросто вылетает буквально на каждом углу. Я не видела, не слышала еще практически ни разу. Вот, пытался запустить эту игру без, пытался запустить эту игру один мой знакомый друг, вот, то есть у них, у двоих получилось, но она у них вылетала, у меня ни разу она не вылетела, к моему счастью. Я не знаю, почему она ни разу мне не вылетела, наверное, потому что или я скачал какой-то рыбак супер-мега-крутой, вообще не знаю, или же я, просто мой комп, он совместим с этой игрой, я не знаю, посредством какого-то заключения на, с подписью на кровью, там, не знаю, девственницы или еще что-то. Я могу дать 100% уверенность того, у нас будет полчаса на то, чтобы выбраться из этой херни всей, в которую мы попали. Даю 100% гарантию того, что вы сейчас не видите, что тут находитесь, не увидите, если я не осветлю видео. Видео я, конечно же, осветлю, вот. Ёб твою мать возьми. Ну так, на всякий случай, если вдруг вам не будет видно, потому что я не знаю, вот, насколько я смогу осветлить игру, то тут скелет. Вот, ну я, в принципе, еще там пытаюсь его показать. Но это не такой уж и важный, как бы, этот, важная деталь, которую стоит, в принципе, упомянуть вот в этой игре. Но, как бы, что я хочу этим сказать, то что игра очень-очень темная. Регулировки яркости, контрастности здесь ни хрена нету. Единственное, что здесь есть, это там физикс, шмизикс, херизикс, вот эта вот вся фигня. Вот. Открой, пожалуйста, этот дебильный ящик. Вот. И я вас умоляю, я вас зарекаю, если вы будете играть, хотя я думаю, вряд ли такие люди найдутся, и не надо играть в эту игру, она просто ущербна. Где кол? Не читайте здесь книги. Не потому, что они там страшные или еще какие-то там сверхужасные. О, ключик. Супер. Просто-напросто, ну, по крайней мере, если вы будете записывать, вот люди, которые будут записывать, не читайте здесь книги. В них, во-первых, ничего особого нету, а во-вторых, в них, благодаря им, у вас просто запись будет прерываться, как в фрапсе, знаете, то есть по таймингу. Там, к примеру, 5 минут записала, прервалась, 5 минут записала, прервалась. Точно так же у вас будет с бандикамом. Это не из-за того, что типа бандикам вот он такой вот. Это из-за того, что игра такая долбанутая. Вот. Да, я с некой яростью говорю, потому что я так уже пыталась записать. Я играла в эту игру, поэтому я знаю, в принципе, ну как. Знаю, куда идти, знаю, что делать, но тут рандомизация полнейшая. Тут сейчас... то есть, как бы, ну, первый раз я это увидела, я, конечно, подпрыгнула, то есть булки сжались мои, как не знаю что, вот, как тиски какие-то, что это пепельница, вот, то есть, господи, я уже и забыла, что я говорила, эта кукла сбила мне весь настрой, ну ладно, пофиг на эту куклу, собственно, оптимизация у игры полнейшая задница, вот, поэтому книги вообще, к ним не прикасайтесь. То есть, если вы видите именно открытую книжку, вообще ее не трогайте. Видите какой-то листик, ну не такой вот именно, ну вы отличите, в принципе. Вообще его не трогайте, даже не читайте, даже не пытайтесь. В нем нет никакой полезной информации, ничего нету. То есть, и да. Короче, вот. Херня мурня. Так, погодите, подбейте двери. Я видела, господи, я видела, как мой персонаж подыхает. То есть, вообще великолепие. Там в начале, значит, откуда я сейчас буду знать тут какой код? Это вот раз, два, три, четыре. То есть, по часовой. Снизу по часовой. Вот. То есть, там на стене, в самом начале, там, где нас держали, то есть, мы где не вылезли, там была такая подсказка, собственно, что... Отлично. Электрический предохранитель. На этот раз он здесь. Что, нет? Ага, понятно, значит поменялось, окей, ну ладно, ничего страшного, сейчас я пробегусь. Мне, знаете ли, не влом, я дама не горда, я пробегусь и все нормально. Ага, здесь уже этой херни нету, хорошо, она здесь висит. Ага, на этот раз вниз-вверх, вверх-вниз, только там точку, ну непонятно, хорошо, вниз-вверх, вверх-вниз, точку.
Вниз, вверх, вверх, вниз, с точкой. Вниз, вверх, вверх, вниз, с точкой. Это я так запоминаю просто. Вниз, вверх, вверх, вниз, с точкой. Сейчас эта херня откроется, то есть, видите, немножечко, то есть, ну, тут рандом. Здрасте. Ладно, вверх, вниз, вверх, вниз, точка. Перепутала, ничего, бывает. Жизнь всякая, включаем этого буду. Что тут есть, что тут есть, что тут есть, что тут есть. Книги зарекаю вас, не трогайте, потому что нахер вам не нужны тут. Тут что-то есть, ни черта нету. Здесь единственное, что нам надо, это вот эта штучка, на ней нолик. Отлично. Ну, эту штучку сейчас понесем с собой. Кинь. Пам-пам-бам-бам. Хорошо. То есть в графическом плане, конечно, игра, она хороша. Она мило выглядит, то есть все. Но если бы она еще так жутко не лагала. И если бы не было там вылетов, которые... У меня вылетов нет, то есть я как бы понимаю людей, которые негодуют, недовольны по этому поводу. Слыхаем сюда сразу предохранитель, тут нам надо будет сейчас ставить код, как не ставить, ввести, посредством того, что мы найдем все эти медальончики, вот. Я очень быстро говорю, да, я знаю просто это. Колышек. Не удивляйтесь, откуда я знаю, почему там колышек, и надо лежать, потому что, во-первых, рандом. Еще один колышек, спасибо, ага, напугали как-то вообще. Еще одна записка, там, не трогайте ее, пускай она там все будет, спокойно лежит, откройте дверь. Игра пугает звуками, игра пугает своим звуковым сопровождением. Пугает разными вот этими вот закрывающимися, хлопающимися дверями. В принципе, все, больше она ничем тебя не напугает. Все, это единственное, вот, что она может, эта игра. То есть больше ни черта. Что тут? Так. Бутылка решила станцевать джигу-дрыгу. Не будем ей мешать, собственно. О, боже. Понаходить тут, в принципе, надо сейчас будет еще до хера всякой ерунды. То есть... Перевод, локализация, конечно, великолепна. Сломанный факел. Возьми ты этот сломанный факел, так называемый, пускай, да, то есть это как бы фонарик. Да посвети ты куда-нибудь, слушай, ёб твою ж за ногу. Тут темно, как... Так, еще один колышек. Три уже, да, мне надо четыре этих колышков. Четыре колышка мне надо, чтобы быть вообще отлично. Вообще супер сказала, как батюшка. Так, тут что, баночка. Баночка. Бутылку с чужой жидкости. Бутылку с чужой жидкости кинем в другую жидкость. Вот. То есть, вот это вот, кстати, тоже подсказка к вот этой херне. Части которой... Опа, ключик. Суперово. Ключик нам понадобится. Пошли нафиг листики. Вспомнила, ёптель. О, еще лучше. Отлично. Так, ну тут, в принципе, ничего нету. Итак, сейчас мы сделаем вот такой маневр. Пинь. Ну, честно, игра, конечно, вот этими вот своими приколами. То есть, да, это интересно то, что надо здесь выбраться. Прикольно то, что как бы, ну, игра, где вот тебе дается заданное время. То есть, тебе надо за это время выбраться из какого-то места, выбраться хер пойми что. То есть это прикольно, это интересно, то есть такого, ну, как бы еще, по-моему, не было. Вот, но, как бы, тем не менее, вот ключик еще один. Тем не менее, вот эти вот, знаете ли, такие религиозные, которые наклонности, ну, не знаю. Я как бы, мне-то, в принципе, как-то пофиг, ну, то есть я вот эту религию всю, я ее как-то по барабану, вот. Кстати, пожалуйста, да? То есть знаю одного человека, он, собственно, обитает на канале Беса, он меня не любит, он меня не смотрит, он меня не подписан. Вот если он будет смотреть это видео, если вдруг наткнется, то есть, во-первых, привет ему. Вот, во-вторых, да, то есть он вот как бы... Ну, я такие вещи тоже, конечно, замечаю, но особо...
То есть, как бы, не то, что значения не придаю, просто не акцентирую настолько яркое внимание на этом. То есть, то вот этот человек, он будет говорить о том, что вот, они везде, эти все иллюминаты, масоны и так далее. То есть, вот. Ну да, когда что-то не нравится в чем-то, то ты начинаешь негодовать, собственно, по этому поводу, если тебя это задевает за живое. Собственно, как и вот эта игра может задеть за живое кого-либо из верующих людей, ну вот, из любой из религий. То есть, вот. Ну вот эти все сатанинские приколы. Кстати, где-то читала, в интернете читала, по-моему, ВКонтакте наткнулась на эту, это Луна. Луна у нас идет 3, она и третья идет. Это 0. 0 у нас идет аж 4. Двойка. Двойка идет 1. 2. 2. Это вот 3. Где-то 0, да, по-моему? Ну-ка, 3. Да, 3, потом 0. Вот так, закон очень быстро это ввести. Господи, я уже и забыла, что я говорила. Вот знаете, вот это вот дебильное такое ощущение, то есть когда вот пришла мысль в голову, сразу ее озвучу. А, я ж не открыла эту фигню, ёпсель. Вот я баран. Так, открывай. Двигайся. Оп, бам, все нахрен попадало. Щелка. Так. Ой. Тут еще... Черт, зарекаю, не берите документы. Вот сейчас 100% прервалась у меня вот там вот запись, и вообще отлично просто. Ключик. Мне нужен еще один, мать его, ключик. Которого я тут не вижу. Не вижу я его. Блин, о чем же я говорила? Ну да ладно, если я вдруг что-то это... А мне нужен ключ. Собственно... Не, можно методом исключения... так, сейчас. Значит, у нас есть 4, да? Ну, давайте попробуем все-таки, да, сделать по-хитрому. То есть, в той комнате последней там одна из вот этих частей. То есть, вот. Как бы нам надо выбраться, собственно. То есть, вот это вот вторая, да? Двойка еще одна. Двойка. Потом 3, да, по-моему. Потом 3, да, потом 3. 3. А потом 0. Потом 0. Последний это ангел, то есть идет. Мы можем начать. Можем 9 поставить. Давайте снимем. Нет. Значит, удалить. Давайте 8. Подошло. То есть, видите, я не хочу просто-напросто там тупить сейчас, что-то искать. Ко мне пришел мой кот. Отлично. Вот он ключ. Вот он, собственно, ключ. Давайте пробовать. Фигли. Главный герой, у него задышка такая, что будто он бежал в марафон. Просто. Я не хочу сейчас вставать, выпускать кота, и знаю, что он там орёт. Воля! А, мы выбрались ночью. А, нет, все нормально. То есть... В принципе, вообще, по идее, мы должны были найти еще 2 предмета. Это мы должны были зайти, где не было вообще, где не было, ну, ничего нужного и полезного, кроме как статуи сатаны. А, я говорила про статую сатаны, вот, то есть в каком-то из американских городов, в бюджет которого ходило там создание вот этой вот статуи, статую сатаны там построили, то есть вот. Бюджет был 100, где-то в районе 100 тысяч долларов, и возвели статую для, то есть статую сатаны, возле которого маленькие дети, мальчик с девочкой. То есть, ну, он сидит, как бы у него голова козла, вот, но все остальное, туловище, там, руки, ноги, человеческое. Вот.
Нахрена это, я не знаю, то есть полнейший бред, вот, и так далее. То есть, у меня очень быстро получилось, то есть видео, очень оно короткое, как бы я... Ну так вот, скорее всего, что игра не записывала бандикам, точнее, то, что я говорю, потому что просто-напросто игра повисла. Вот, в принципе, я говорила то, что еще лучше, интернет отрубился, вообще отлично, то есть игра не хочет, чтобы я с ней расставалась. Вот, как бы, в принципе, для того, чтобы пройти игру, достаточно 4 медальона, я это, по-моему, уже говорила, не знаю, записалось оно или нет, и дальше методом исключения и пика подобрать последнюю цифру. То есть моя последняя цифра была это 8, то есть 2-2, 3-0-8. То есть, но это все рандомно. Как бы, вам все равно придется найти 4 круглых блямбуша. Круглиша 4, вот, на которых будут символы и цифры, а дальше последний вы уже можете найти сами. То есть единственное, что вам нужно, это только 4 колышка, ключ, чтобы выйти из того подвала. Ну, в принципе, и все. В графическом плане, конечно, игра хорошая, все хорошо в ней, вот. То есть, ну как все хорошо, мне это громко сказано. Игра, она как бы... Ну, я еще раз повторюсь, в графическом плане и в задумке в самой она прекрасна просто. Потому что вот, ну, таких игр, где надо было бы выбраться откуда-то за определенное какое-то время, оно еще не было, по-моему, насколько я знаю. То есть если есть какие-то еще, то поправьте меня, добавьте что-то. Вот. То есть я хочу почитать то, что вы будете писать в комментариях. Я не говорю, что эта игра плохая, но она недоработана. То есть я так сижу, тут, конечно, так глаголю, как будто я такой супер-мега-эксперт, но я говорю с точки зрения как игрок, который запустил эту игру, и как человек, который слушал других людей, в частности своих друзей, которые говорили о том, что игра, она просто-напросто вылетает. Буквально там спустя 5 минут, бам, она вылетела. Взял какой-то, почитал документ, бам, она вылетела. То есть, да, я вас... Ну, кстати, я рекомендую, чтобы вы не читали никакие документы, они не несут никакой смысловой нагрузки особой. То есть, ну, там написано просто про демонов. Про демонов, в частности, про вот это Энки, который... Энки — это один из, я как поняла, демонов, вот, который тут, ну, фигурирует в игре. Что за глаз вот тут на экране, я не знаю. По-моему, я слишком много уже разглагольствовалась. Вот, то есть... те, кто верующие, не советую играть в эту игру. А те, кто не верующие, пожалуйста, если у вас игра вылетает, не трепите нервы, посмотрите мой видос. Вот. Потому что я показала вот концовку. Я, конечно, могу прилепить еще, как главный герой умирает, в случае, если время истекает. То есть, ну, не знаю. В принципе, это я могу как бы отдельным куском, если захотите, нет. То есть это я выложу. Как бы я показала. У меня игра не вылетала. Не знаю, видимо. Короче, там не знаю, почему так. Так что вот. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно наблюдать, смотреть за этой всей ерундой. Много сильно я говорю, я знаю, вот, ну, как бы основное я вам показала. Так что да, еще раз повторюсь, всем большое спасибо, всем удачи, всем до скорого, пока.